Итак, ладно, ребят, давайте начнем. Всем привет, добро пожаловать. Надеюсь, слышно и видно нормально. И давайте закончим общением с народом в школе. Ну и, ребята, готовимся потихоньку к завершению, по идее, истории. Итак, на прошлом стриме мы говорили с президентом в конце. Ну и погнали с остальными общаться. Вперед! Так, Амия. Я очень рада, что папа чувствует себя точно так же, как я, Амия. Теперь мне нужно решить, по какому маршруту мы обойдем школу. Так, секретарь Клео. О, это же вы двое были теми людьми, что позаботились о нас на острове Немет. Какое совпадение встретить вас тут. Стоп, а мы это не читали? За своей работой я обычно заставляю дочь и жену чувствовать себя одинокими. Поэтому такими возможностями, как сегодня, я пытаюсь дорожить. Так что сегодня я собираюсь погулять с дочкой и женой здесь и позволить ей веселиться столько, сколько она захочет. Ну, окей, фраза просто похожа. Я действительно очень счастлива, что могу проводить время вместе, как семья, со всеми остальными. Как человек, что увлекается живописью, я с нетерпением жду возможности осмотреть весь фестиваль искусства. Похоже, у них тут есть выставка как картин, так и скульптур. Так что, думаю, нам втроем стоит пойти туда. Ой! О, смотрите! Мирабель и Касим приехали сюда. А, знаешь, братик... В нашей последней встрече я много тут думала, и мне кажется, я все равно до сих пор не могу дать тебе ответ. Но я собираюсь найти свое собственное пламя в той форме, которая, по моему мнению, подходит мне больше всего. Хорошо. Продолжай в том же духе и имей в виду именно эту мысль. До тех пор, пока это будет именно твоим решением, ты когда-нибудь сможешь прийти к своему собственному ответу. Братик, конечно. Иритян, я рада за тебя. Действительно, это большое облегчение. Ну, как бы то ни было, нам действительно стоит попытаться расслабиться на этом фестивале. Иначе это время пролетит зря. Как насчет того, чтобы заказать еще какую-нибудь еды? Верно, верно. Не каждый же день удается вот так потусить вместе такой компании. Так что расслабьтесь все немного. Хорошо, большое спасибо, Рисет-сан, Мирабель-сан. И, Касим, тебе лучше не забывать о своем обещании, что ты дал на сегодня. Ты же сказал, что проведешь весь день со мною.
Вау. Так что сначала мы пойдем попробуем Grind Hackers, а потом примем участие в викторине. Понятно? Ну, само собой, я не против, если Reset и Фейритян составят нам компанию. Ну, ребят, Мирабель прямо быка за рога. И вперед. Правильно делает. Ты сама тут все решила, без того, чтобы со мной все это обсудить. Хотя ладно. Я же обещал, что у нас сегодня. Я же обещал, что мы сегодня будем вместе, так что я сдержу свое обещание. Хм. Да уж. Мирабель, ты сегодня такая взволнованная. Но это касается меня. Давайте насладимся этим фестивалем в полной мере. Перетянка Симпсон. Я действительно очень рада видеть, что они могут вот так сесть и поговорить сегодня и расслабиться. Да, действительно. Я действительно очень рада, что смогла все рассказать как следует моему братику. Не хочу продолжать поиски своего собственного пламени. Однако сегодня я буду наслаждаться школьным фестивалем. И, само собой, начнем с кафетерии. Я всегда хотела попробовать еду, которую здесь ест Агнес-сан. Возможно, это первый раз, когда мы вчетвером вот так сидим за столом и неспешно беседуем. Такие возможности выпадают нечасто, поэтому я хочу продолжать создавать новые воспоминания, пока я могу. И, кстати говоря, насчет Мирабеля и шефа Касимы. Я буду присматривать за ними, как их друг. И если понадобится, помогу. Короче, ладно, все, ребят, понятно. Вот она, парочка, все. Можно сказать, что это официально. Как бы энергичная и не сидящая никогда на месте Мирабель. И суровый, молчаливый Касим. Отличная пара, да? Они идеально дополняют друг друга. Так, вернемся к тексту. Ресет и Мирабель тут мне рассказали, что ты и твои товарищи выступали в качестве консультантов школьного фестиваля искусства, верно? Я не очень в этом разбираюсь, но получилось отлично. Ой, да я всего лишь дал пару советов. Но стоп. Вы еще что-то хотите сказать, или мне кажется? Нет, просто как твоему бывшему инструктору. Мне интересна тут одна вещь. Но я полагаю, мне не нужно говорить прямо сейчас, что это. Похоже, он меня все-таки раскусил насчет моих мыслей и планов. Неужели... Так, ребят, походу, Ван что-то задумал. Причем что-то, о чем даже...
Агнес не знает. Ну, вы поняли, да. Скорее всего, он сейчас бросит всех на фестивале и пойдет бить в финале Обласа в одиночку. Классика. Возможно, по лицу Касима не скажешь, но я уверена, что он действительно счастлив видеть, как сильно выросла Феритян. И, кстати... Это редкая возможность, чтобы они, как брат и сестра, немного побыли вместе вот в такой непринужденной обстановке, вместе со своими... Точно так же, как и я могу быть со своей сестренкой Рисет. Если мы не будем веселиться на сегодняшнем фестивале, день пропадет зря, поэтому нужно оторваться по полной. Ярастов, уже было. О, какие тут люди. Еще и Фан Лу. Упс. Неужели у вас тут интервью? О, Ван Сан. Да нет, мы как раз только сейчас переходим к самой лучшей части интервью с этими двумя. Ну, я тут бродил по фестивалю и случайно наткнулся на Мариэльку. Мне сказал ей, что я не хочу, чтобы обо мне писали в новостях и в газетах. Но она так упорствовала, что сколько бы раз я ей не говорил «не надо», она не сдавалась. Ой, прошу прощения. Но я обещаю, я обязательно напишу хорошую статью. Итак. Господин Фан Лу, считаете ли вы концепцию устойчивости ключевым фактором при рассмотрении будущего экономического развития? Да, само собой. В отличие от ископаемых видов топлива, в основе нашей цивилизации лежит Орбал Энергия. И это, в свою очередь, благоприятно сказывается на энергоэффективности, а также на воздействие на окружающую среду. Однако очевидно, что мы не можем вечно полагаться на энергию септианских вен, которые находятся глубоко под землей. Ничего себе, тут они интересные темы обсуждают, я бы сам присоединился бы. Так, Кронкит говорит... Не стоит забывать про проблему в восточной части континента, которая все еще является, по сути, дикой местностью, пустошью из-за необъяснимых природных катаклизмов. Поэтому вместо того, чтобы полагаться на естественные механизмы восстановления орбал энергии, мы должны упорядочить энергетическую сеть городской промышленности. Smart Grind. В будущем необходимо будет продвигать так называемые Smart Grid или умные сети.
Насколько я понимаю, это так должно переводиться на русском. А, это как раз-таки связано с речью профессора Хамильтона на последнем симпозиуме. Ну, в таком случае, чтобы достичь этого, необходимо продолжать развитие Orbal энергетической сети, а также ИИ. Так, подождите. Так, пишу. Это вроде называется SDG. Как это расшифровывается? Ну, если судить по тому, что сверху, это у нас цель устойчивого развития. SDG, ну, это Sustainable Development Goals, скорее всего, да. Цель устойчивого развития. Значит, это интервью своего рода взгляд в будущее. Да, все-таки она сильно выросла за последнее время. Нужно будет мне самому немного изучить ее. Кстати говоря, о рационализации. Я слышал, что генерального директора Таузена уволили. А также высших чинов в компании Верн заменили. А хоть эти решения принесут больше стабильности, я опасаюсь, что такая строгость станет на путь новых прорывов и изначальной цели инновации. Так что в зависимости от ситуации, возможно, нам стоит рассматривать вариант условного возвращения, ну или восстановления в должности, скорее всего. Намек на то, чтобы восстановить Таузена в должности? Ну, нет. Ну, кстати говоря, учитывая разговор, стоит также отметить, что старая система Хейюна имеет свои пределы. Поэтому я уже составил список застойных областей Хейюна, которые в конечном итоге должны быть упразднены. Он Цао, по сути, бросил первую кость, и мы наконец-то можем двигаться дальше. Так что в недалеком будущем я планирую провести новую реформу. При поддержке, конечно же, Ашен. Короче, ладно, в Хейюне там весело будет. Но самое главное, что главную Санта-Барбару с Цао мы закончили. Всё. Я задал вопрос профессору Кронкейту о возможности дальнейшего развития Тефона в будущем. Однако он сказал, что покинул проект развития Тефона сразу после того, как он был представлен публике.
Но мне действительно очень приятно слышать столько историй о будущем. Привет, Грейди. Так, привет, привет всем. Итак, ну что ж, погнали дальше. Оу. Хотя стоп, там я пропустил. Ну ладно. Шизуна важнее. Да уж. А на вкус-то неплохо. Вижу, что они действительно провели очень глубокое исследование культуры восточной кухни. Их навыки, конечно, стали уже выше среднего. О, Ван, а почему вам тоже не выпить чашечку? О, прошу прощения, что я тоже потревожила вас. Мне тоже нравится время от времени пить восточный чай. И это определенно соответствует моему вкусу, то, что тут подают. И мне действительно было интересно узнать, как они варят здесь кофе, чай. Ну, атмосфера в этом заведении действительно очень приятная. Тут прямо хочется оставаться надолго. Кстати говоря, Шизуна-сан, я слышал, что вы тоже давали советы для школьного фестиваля. А, ну да. Так, по мелочи. Ну, когда мы пришли с остальными в армию в качестве советников, она сразу, как только услышала про это, последовала за нами, потому что ей показалось это интересно. Однако студенты, которые отвечают за этот чайный домик, действительно были очень рады, что она пришла. И они услышали похвалу от самого божественного клинка. И кстати, а у вас тут довольно необычная группа. Ну, я как раз зашла в этот восточный чайный домик. И тут Шизуна пригласила сесть. Так что сейчас мы попиваем чай и обсуждаем восточную кухню и лучшие места, которые стоит посетить на Востоке. О, вот как. Кстати говоря, в пределах республики также есть место Лонглай. Очень рекомендую туда отправляться ранней весной. Там деревья покрыты цветами персикового цвета, а пейзажи просто потрясающие. Кстати, там можно ловить рыбу в реке, усыпанной лепестками.
Ой, это чудесно звучит. Ну, я несколько раз бывала в Лонглай на вечеринках по случаю празднования успеха кинокартин, но никогда не бывала туда весною. Очень надеюсь, что когда-нибудь в тех местах, где сейчас бесплодны, подобные же прекрасные цветы тоже расцветут. Лонглай, да? Ну, в прошлом году мы как раз ездили туда. Но дел, конечно, у нас тогда было очень много. Было бы неплохо съездить туда еще раз, чтобы отдохнуть по-настоящему. Тогда я без проблем могу выступать в качестве вашего гида. И, само собой, я с нетерпением жду возможности, когда мы снова сможем отправиться в горы Ижгара. Ижгара. И там сразиться. Так, а давай ты не будешь тут планировать драки, ладно? Да и вообще, из тебя гид, как из меня. Не, ну если Лукрецию возьмут, да-да. Вы бывали в Лонглае осенью прошлого года, интересно, верно? Забавно, как мы сильно сблизились с тех пор. Ну, как то ни было, гора Ижгал, Ижгар, мне очень хорошо знакома, так что я без проблем смогу вам устроить там тур. Я покажу вам горные вершины с лучшими видами. А также там есть отличные места, где можно купить овощи, которые выращивали в дикой природе. Я не собираюсь лезть по горам. Это во-первых. Во-вторых, почему ты вообще решила, что мы будем путешествовать вместе с тобой? Ван, а тебя спрашивать не будут. Она придет и точка. Кстати говоря, Лонглай, я слышал, что в прошлом году Джуджит-сэмпай отправилась в тайное путешествие там и как раз таки столкнулась с вами. К сожалению, я так и не узнал о всех подробностей, учитывая, что произошло потом. Но было бы здорово, если бы мы вместе с сэмпаем отправились бы туда на отдых. Приятно видеть, что на школьном фестивале искусства действительно очень много молодежи. И даже Кватер, Эсмери, и даже Кронкейт смог найти время, чтобы прийти сюда и насладиться фестивалем. Думаю, я еще немного наслаждусь здесь чаем, а потом пойду и присоединюсь к ним. Так, отлично. О! Ашен. И компания.
Ваше высочество, вы такой щедрый. Действительно, я поверить не могу, что вы предлагаете предметы обстановки, ну, короче, мебель и так далее, из вашей королевской семьи на мини-базаре. Ой, да ладно вам. На самом деле они не особо ценные. Но думаю, для юной госпожи из Хиюна, возможно, они будут недостаточны. Не, что вы. Это горелка для благовоний, которую я только что купила. Очень красивая, в то же время не слишком яркая. Вечерная. Я думаю, что у вас тут действительно хороший выбор, который идеально подходит под школьный фестиваль искусства. Рад это слышать. Кстати говоря, Джексон, вы мне давно были интересны как легендарный азартный игрок и информатор. Насколько мне известно, ваше знание о ночной жизни столицы не имеет себе равных. Как насчет того, чтобы показать мне интересные места вечерком? А? Да, конечно! Ой, нет. Ой, нет. А ну стоять, Джек! А вам лучше сначала спросить разрешение у Наджи-сан. Принц никогда не меняется. Я представляю себе, как тяжело приходится Алэ-сан и Наджи-сан с ними. Ой, да нормально. Да, Халы, конечно, нелегко приходится с Джеком Саном. Так, думаю, я еще куплю пару вещей тут на базаре. Это горелка для благовония, которую я упомянула ранее. Она для моего брата подарок. А поскольку Арен так добр ко мне всегда, я должна выбрать что-то особенно приятное для него. Я лишь обменялся несколькими словами с принцем на мероприятии в прошлом году. И он очень приятный человек, с которым я определенно могу поладить. А учитывая, сколько у него денег, да, вы тусить будете всю ночь до утра, какое-то утро, несколько недель. Просрете все королевство Элзейм, скорее всего. Ладно, вернемся к тексту. Ну что ж. Нужно приступить к планированию вечера с ним. А, все-таки он будет. Если Джек и принц будут тусить вместе, это будет просто что-то с чем-то. Двое мужчин
столице, ночью. Я определенно должна быть начеку и наблюдать за ними. Ой, да ладно, чё? Принц пополнит, может, тебе там гаремчик. Ему же можно, по идее. Думаю, было бы неплохой идеей также отправиться на ночную экскурсию по столице вместе с и Хала, и Наджей, и Зитой. Ну, само собой, если я пойду только с Джеком Саном, это будет уже совершенно другая экскурсия. Но, тем не менее, будет весело. Будет весело. Это мягко сказано. Так, Шахина и компания. О, это вы? Мы тут как раз проверяем все. Все оборудование уже проверено. Осталось только сделать последнее приготовление к выступлению, и мы готовы начать. Понятно. Ну, спасибо за усердный труд. Но вы очень много тренировались и практиковались, так что я думаю, у вас все хорошо должно получиться на сцене, верно? Да, надеюсь. Мы действительно смогли подготовить одно из лучших выступлений из всех возможных благодаря поддержке такому большому количеству людей. Несмотря на то, что, по идее, это будет успех, я все равно беспокоюсь. Ну, в такие моменты нужно не думать ни о чем слишком сложное и просто веселиться. Так, я буду вести всех за собой, так что давайте весело потанцуем вместе. Да, как только выйдем на сцену... Не, стоп. Как только вы выйдете на сцену, пути назад уже не будет. Так что... Просто возьмите себя в руки и сделайте все, что в ваших силах, чтобы не осталось никаких сожалений потом. Да, большое спасибо. Думаю, меньшего от профессионала и не стоило ожидать. Действительно. Как и в случае с Ферити, на Арамасана всегда тоже можно положиться. Как... По крайней мере, когда дело заходит о каких-нибудь спектаклях, постановках и тому подобное. Да я вообще всегда надежный парень. О! Ну, в любом случае, беспокоиться не о чем. Я потом проверю, как обстоят дела и у других. Я поняла, полагаюсь на тебя. Ну что ж, похоже. Не, стоп. Ну что ж, тогда с нетерпением буду ждать увидеть финальный продукт. То, что получится в итоге. Ой, чем больше я думаю об этом выступлении, тем больше беспокоюсь, волнуюсь, поэтому... Поэтому я не стала ждать сестренку Сару и пришла сюда пораньше сама.
тема этого выступления мне очень нравится. И она очень близка. Я должна сделать все, что в моих силах, чтобы достучаться до сердец всех зрителей. Ребят, как вы думаете, нам покажут эту постановку, пьесу? Насколько я понял, это будет какая-то пьеса, учитывая, что, да. Причем кринжовая, шуточная, типа. Как вы думаете, нам ее покажут или нет? Ставлю на то, что, скорее всего, это будет за черным экраном. Как всегда. Так, вернемся к тексту. Я, по идее, должен был быть только за кулисами. Однако в итоге мне тоже дали небольшую роль в конце. После того, как я увидел, как все ученики стараются сделать это выступление успешным, я сам захотел тоже принять участие и на сцену. Да, я буду помогать, конечно, только... Да, я буду помогать только в первый день. Но, тем не менее, я должен подготовиться морально. Итак, осталось провести последние проверки со всеми студентами и гостями перед началом выступления. Но, как по мне, вроде нет никаких проблем с этим выступлением, с этой пьесой, и все будет отлично с ними, с ребятами. А жаль, конечно, что это будет моя первая и последнее выступление вместе с ними, но нужно выложиться на полную. Так, Юлиан. Я нервничаю, когда выхожу на сцену, но сейчас у меня нет иного выбора, кроме как это сделать. Так что я должен выложиться на полную, чтобы потом не жалеть ни о чем. О. О, кстати, а вот и Миша. Мне нужно танцевать с Мишей? Это выглядит как-то слишком сложно. Дядя, ты что, не умеешь? Но ты ведь такой крутой во время гонок. Тогда почему тебе не попросить у меня научить тебя? Тогда, дядя, с этого момента ты должен называть Юме... Юме-сенсей. Я понял. Тогда полагаюсь на вас, Юме-сенсей. О, это вы, ребята. Вы тоже пришли посмотреть на выступление Миши? Ну, типа того. Вижу, вам все-таки в итоге удалось встретиться с Юми. Да, совсем недавно как раз. Юми действительно сегодня очень
хорошее настроение. Думаю, ей действительно очень понравилось ходить тут с Феритяной и со всеми остальными. Да, но есть еще куча мест, которые нужно посетить. Так что, мама, дядя, надеюсь, вы готовы. И Юми обязательно еще придет и посмотрит на выступление Агнес и всех остальных. Хорошо. Тогда ждем это с нетерпением. Ну и действительно очень рада это слышать. Я прямо чувствую себя более мотивированной. И все же. Приятно видеть, что они втроем проводят хорошо время. Мне действительно очень рада видеть, что Юме весело. Кто знает, что принесет нам будущее. Но я надеюсь, что это счастье никогда не закончится. Честно говоря, это даже забавно. Мы сейчас как будто мама, отец и дочка вместе. Мне следует действительно обдумать, как следует мое будущее вместе с ними двумя. Ну, вообще-то, как бы, да, они так и есть. Просто Юми еще не знает. Юми сегодня будет играть до упора. А также она обязательно посмотрит особое выступление Агнес Тян и остальных. О! Это Рози, любительница Миши, которая её квест нам дала. Кья! Миши! Ты так хорошо сегодня танцуешь! Я Enjoy Миши, как фанат. Да, как фанатка, поддержу тебя. Ладно. Папа сказал, что сегодня он не на службе, но все равно ему нужно было отправиться на работу. Ну. Несмотря на то, что одиноко без него, я все равно его поддерживаю. Иди. Папа, наверное, чувствует то же самое, так что не нужно расстраиваться. Так что... Давай повеселимся, а потом, когда вернется папа, мы продолжим веселиться все втроем. Я поняла. Ну, тогда... давай поиграем с Мишей. И когда папа вернется, я ему расскажу, почему Миша такой милый. Да, конечно. Он будет очень рад это услышать. Кого-то она мне напоминает. И же действительно грустно из-за того, что папе пришлось идти работать. Но она справится. Иджи будет репетировать и выучивать танец Миши. А потом покажет папе. Ну, он заранее предупредил, что сегодня... Его могут вызвать по работе. Я, конечно, понимаю, что его работа очень важная, но все равно грустно. Особенно из-за дочери.
Я очень горжусь своим мужем, который является его полицейским, но иногда все-таки одиноко без него. Ну, увы. А, значит, это тот самый Миша, про которого я столько слухов слышал. Несмотря на то, что это шоу для детей, оно гораздо веселее, чем я ожидал. Кстати, ты вроде говорил, что это маскот из парка развлечений Кроссбелла, верно? Да. Мишлем Уандерленд. Я бывало там, когда мой отец был там по работе в командировке. Там, кстати, продают мороженое в форме Миши. А еще есть другие там Миши. Например, Меха-Миша. Ну, кстати, тебе стоит, Эдди, как-нибудь пойти с нами. Ну, хорошо. Почему бы нет? Я никогда там не был, так что... С удовольствием, госпожа. В таком случае мне придется очень много зарабатывать в ларьке и накопить достаточно меры, чтобы я мог позволить себе поездку в Кроссбелл. Ну, окей, мотивация работать. Окей, нам придется также начать тренироваться заранее, чтобы потом мы смогли еще принять участие в шоу Миши. Эдди, и ты тоже. Давай, говори. Enjoy, Миша. Так, ладно, сейчас попробую. Enjoy, Миша. Ярастов, все дороги ведут к Кроссбелл. Мне нравится открывать для себя что-то новое постоянно, когда я нахожусь рядом с госпожой. Но я не могу сказать ей, что мне недостаточно меры, чтобы отправиться туда, куда она хочет. А это означает, у меня нет иного выбора, кроме как продавать жареные каштаны, чтобы мой бизнес процветал. Ну, да. Когда я ездила в Мишлен давным-давно, Рамсфелд ездил со мной. Я напомню, это их дворецкий. Это было, конечно, неплохо, но большинство людей там приехали со своими друзьями или со своей семьей. Так что поездка с Эдди подарит мне кучу незабываемых воспоминаний. Так, ура, можно и с Мишей поговорить. Правда, это не говорим, а скорее смотрим выступление. Миша еще не закончил. Давайте продолжим наслаждаться юностью. А, все. Ну, слушайте, тут кто-то из-за сцены. О! О, идола. Отлично. Ладно, короче, не будем заниматься непотребством. Так, Наталья. Тебе, по идее, там шортики должны быть. А благодаря моим различным связям нас пригласили выступать на школьном фестивале. Так, вы двое, возьмите себя в руки. Сегодняшнее выступление также является важным промоушеном для With You. Да. Мы сделаем все идеально.
Так, Талия или Сейра? Нас пригласили как гостей на фестивале, так что мы будем выступать через пару минут. Совсем недавно я и представить себе не могла, что мы будем посещать такое мероприятие, как гости, которых пригласили в такой престижной школе. Нет. Мы только начали. Впереди еще куча всего нас ждет. Так что нужно выложиться по полной на этой сцене. Агнес, отойди. Итак, дальше наша очередь. Ой, я так нервничаю. Однако, вид Ю, эта песня стала очень популярной сегодня. Я уверена, что мы сможем завоевать сердца всех. Сможете. Так. Слушайте, мы почти закончили. Сколько у нас время? Это как-то быстро. О! Король Реймонд и... Забыл, как зовут его. Ну, Матвей, я сейчас проверю. Ну, сколько раз я не проверял, никогда ничего не было. Если они серые, то ничего нового нет. Но я проверю. Мне не сложно. Вы пишите, главное. Прошло сколько? 4 месяца, верно? Я так рад видеть, что вы оба в добром здравии. А, вот вспомнил, как его зовут. Тут мне написали сверху его имя, Джейси. Точно. Да, и ты тоже, Джейси. Я знаю, что немного уже поздно, но... Поздравляю тебя с дебютом в Кроссбелли. Да, сегодня это уже стало популярным, верно? Ну, честно говоря, мы действительно очень гордимся тобой. Действительно. Каждый раз, когда мы слышали о твоем успехе, это прямо воодушевляло меня. Кстати, если так подумать, Джесси, возможно, ты был причиной, почему я сама старалась так усердно последние 4 месяца. Да нет, как бы я не... Простите. Это моя вина, что нам пришлось покинуть тот дом, который мы разделяли. Ой, Джейси. Мы же договорились, что мы не будем поднимать эту тему. Да-да, верно. Мы вместе приняли это решение. Что отныне мы будем идти разными путями и будем жить, не стыдясь. Ничего. Вот почему я решил отправиться в художественную школу. Это если что, Реймонд говорит. Ничего себе. Чтобы как следует воплотить свою мечту в жизнь. Ведь то же самое касается... И тебя, сестренка, и тебя, Джесси. Да, верно. Потому что я хочу встретиться лицом к лицу с собой и с кем. Другим человеком, с партнером. Однажды. И серьезно поговорить.
Да уж, похоже, вы двое. Нет. Похоже, у вас двоих ваши чувства ничуть не изменились, да? Кто знает. Ну, по крайней мере, я больше не чувствую, что я застрял с ними или нахожусь в ловушке у них, в тюрьме. Но мы всегда можем сохранить воспоминания о прошлом, как воспоминания. И мы определенно можем продолжать двигаться вперед, не так ли? Да, конечно, само собой. Я так волновалась перед встречей с тобой, Джесси, мы ведь так давно не виделись. Но я рада видеть, что ты на самом деле не изменился, ты все такой же. Да, все-таки, куда бы ты ни пошел, Джесси, ты всегда останешься самим собой. И то же самое, наверное, касается и меня. Но я буду выкладываться на полную. В ближайшее время... Я планирую очень большой концерт в столице. Менеджер очень взволнован этим. И назвал это триумфальным возвращением. Ну, как бы он ни назывался... Это для меня возможность снова поработать в столице. И я рад этому. Я надеюсь, что у меня будет еще шанс встретиться с ними таким образом. Что такое концентрат? До этого мы обменивались письмами. Но встречаемся и говорим вот так. Нет. Но все-таки встречаться с человеком таким образом, как сегодня, это очень эмоционально и совсем не то, чтобы общаться письмами. Но я действительно очень рад видеть, что у них двоих все хорошо. Я надеюсь, что скоро мы снова встретимся. И будем еще много всего обсуждать. Так, что здесь происходит? Концентрат. Ну, я его не смотрел. Зато я смотрел... Как это называется на русском? Правдивый, короче, фильм. Как они называются? Документалка его. Помню. Очень интересная. «Ах ты ж ублюдок сраный!» — говорит Соня-сенсей. «Да как ты посмел красть из ларьков моих студентов?» «Не думай, что доберешься до дома целым и невредимым, ублюдок!» «Ой, мне очень жаль! Мне действительно очень жаль!» Короче, какой-то... Человек, который убежал без того, чтобы заплатить за еду. Вот так. Так его имя, если что, так переводится эти иероглифы. Соня Сенсей. Да уж. Все-таки она необычный человек. Напомни, это Эдвард, ее жених, так сказать. А это Соня Сенсей, собственно. Нормально у них. Он из богатой семьи, там все дела. И все же, вот эта ее сторона, она просто обворожительная. Мне очень нравится.
Ну, ребят, вы поняли. Ему нравится, да. А, чё, всё, диалога больше нет? Так, нет, тут диалог повторяется, вот видишь. Матвей сейчас как раз решил проверить, на всякий случай. Мы сейчас проверим Надю. Так, ну по идее остались только вот эта группа. А, стоп, в школе еще как кто-то там остался пропущенным. Так, что здесь происходит? Ну, кстати, я тут слышала, что ее королевское величество Зита, ну или просто принцесса Зита, большая любительница кино, не так ли? Ну, прям большой любительницей, или это еще можно перевести как знаток, или знатоком я не являюсь, но да, мне нравится смотреть фильмы. И, честно говоря, я с нетерпением ждала сегодня возможности встретиться лично с режиссером Гочи. О, господи, ребят, мне это не нравится. Эти двое вместе плохо реально кончатся. Оу! Ваше высочество принцесса, значит, вы ценительница эротики и насилия? Режиссер Гочи, прошу вас воздержаться от обсуждения подобных тем в присутствии принцессы Зиты. Ой, Надя, Санда, все в порядке. Тихо. Да, но... Ребят, у нас тут все-таки, походу, Зита не очень хорошая принцесса. Это плохая, грязная принцесса, может быть. Ладно, узнаем. На мой взгляд, то, что господин режиссер действительно пытается выражать своим искусством, это не просто какие-то поверхностные темы, которые кажутся на первый взгляд. С помощью этих фильмов он стремится изучить самые первичные человеческие желания и то, как они влияют на наше восприятие, наше восприятие самих себя, а также на отношения с другими людьми. Ничего себе, она выдала. Я в глубине души чувствую конфликт. Не из желания восстать против несправедливости мира, но при этом... Я должна быть сдержанной и придерживаться правил современного общества. Это, скорее всего, и есть скрытое послание, которое находится в работах режиссера, не так ли? Ага. Ну, короче, этот комментарий выше был именно к то, что она ощущает после просмотра фильма. Ты это о чем вообще говоришь? Кстати, если вспомнить, Тарбарди, Ван, по-моему, говорил что-то похожее. Привет, Алекс. Ого! Не могу поверить, что вы так хорошо все это понимаете. Вот видите, ребят, иногда произведение глубже, чем может казаться. Просто нужно смотреть нормально, изучать все, как и Кисеки. Особенно Куро второй. Ну, то, что мне удалось понять до сих пор, это лишь верхушка айсберга. Потому что видно, что мысли и смысл, который режиссер вложил
вложил. Вкладывать в свои работы просто неизмерим. Да, встречать таких людей, как вы, госпожа принцесса, которые действительно понимают мои произведения, это помогает осознавать, что моя работа реально стоит того. Я не зря стараюсь. Похоже, атмосфера, которая витает вокруг них, видно, что она очень глубокая, в плане того, что типа они хорошо понимают друг друга. Это да. В конце концов, нужен новый угол зрения, чтобы донести до большего количества людей то послание, которое режиссер Гочи вкладывает в свои работы. Например, использовать другое средство выражения, не привязанное к традиционным методам съемки. Чего? Тогда, если литературное выражение, которое мы до сих пор избегали, преобразуется в невербальную информацию и будут апеллировать непосредственно к зрителям и звуковым ощущениям, это обязательно приведет к необычной, интересной химии и невероятному эффекту. Да, это звучит как действительно очень смелый эксперимент. И я думаю, это стоит попробовать. Это будет начало новой эры кино. Ой, как чудесно, господин режиссер. Действительно чудесно. Госпожа принцесса. Бугага. Два сапога пары. Мне это не нравится, я чувствую опасность. Большую. Наджа-сан, а вы не хотите вмешаться и остановить их? Я думаю, уже поздно что-то делать. О боже, ребят. Я боюсь представить, что будет дальше. Ну все, эти двое нашли друг друга. Когда... Когда принц Шарид и директор Гочи находятся в компании друг друга и заходят слишком далеко, это одно. Но я никогда не думал, что принцесса Зита окажется еще хуже. Это был ужасный просчет с моей стороны. Ну, похоже, что режиссер Гочи очень хорошо находит язык с членами королевской семьи Элзейма. Да. Это, конечно, жесть. Так. Цара и компания.
Как же мастерски были сделаны врата у входа. Действительно, все гости прямо поражены. Да, декорации в школе действительно очень стильные и оригинальные. Талант Кисары прямо видится. Я не люблю комплименты именно потому, что они заставляют меня смущаться. Оставьте меня в покое сегодня. И, кстати, Ребекка, а с тобой точно все в порядке, что ты находишься тут? Да, у меня немного кружится голова, но... Кружилась голова поначалу, но теперь уже все в порядке. Еще раз поздравляю тебя с зачислением, Кисара-тян. А также хорошо постаралась с школьным фестивалем. Кстати, Крис будет ждать с большим количеством еды, короче, с пиршеством сегодня вечером. Так что удачи тебе тут в работе с посетителями. Окей. Стоп. Пир намечается, неплохо. А мне можно тоже присоединиться? Конечно, почему нет? Кстати, если никто не против, мы можем пригласить и Куртиса к нам домой. О боже. Нужно будет вечером обязательно погулять и пообщаться. Но лучше этого не делать, потому что, исходя из того, что я слышала, Кисара и Куртис прямо как кошка и собака. Да ничего подобного. Но если он будет там присутствовать, это может быть проблемой. Понятно. Да, люди иногда бывают пугающими. Я бы, наверное, тоже предпочла, чтобы было поменьше людей. Думаю, меньшего и не стоило ожидать от Хикамори старого города. Горжусь тобой. Говорит Аня. Что такое? Нет, ничего. Она рассмеялась, Кисара. В любом случае, спасибо за все. И спасибо, что вы все пришли. Да, всегда пожалуйста. Хотя я многого не сделал. Готовиться к экзаменам, конечно, было довольно сложно. Но, само собой, поскольку мы подруги, я не могла тебе не помочь. Говорит Аня Кисари. Кисара-тян, с тех пор, как ты пришла, в нашем доме стало оживленнее и веселее. Поначалу действительно беспокоился о том, что же будет дальше, но Кисара, похоже, действительно хорошо писалась. Да уж, действительно, были вопросы.
Честно говоря, если бы все пошло иначе, я бы просто нашла бы работу, подзаработала какие-нибудь деньги и быстро покинула бы столицу. Хоть я не хочу этого признавать, но... Старый город, похоже, стал для меня очень важным местом сердца. Так что я собираюсь, по крайней мере, позаботиться о тех, кто помогли мне. Не, ну, история с Кисарой реально прикольная. В Армисе есть письменный тест для второго вступительного экзамена, и я помогала Кисаре готовиться к нему. Когда я узнала, что Кисара Тян, оказывается, даже воскресную школу не посещала, я была в отчаянии. Но я рада, что благодаря моей помощи она все-таки смогла сдать экзамены. Какая воскресная школа? Вы видели, что там в Северной Амбре случилось? И как там живут люди? Там им не до школы. Да, Кисара действительно очень изменилась с тех пор, как мы встретились с нее в Мизельдаме. И Ребекка, и Крис, похоже, тоже наслаждаются жизнью больше вместе с ней. Так что я действительно очень рад, что привел ее сюда. Мы тоже рады. Да, ребят? Я буду рад, если она останется с нами в качестве нового члена нашей семьи надолго. Это, наверное, первый раз, когда я увидела, как Кисара Тян улыбается. Надо будет потом об этом рассказать Крису. Кстати, а здесь разве сейчас не больше людей, чем раньше? Ой, походу мой предел скоро будет. Ван, помоги, спасай! Да ладно, держи себя в руках. Да. И, кстати, что у нас тут? А, пару камней. Ну, это Матильда сенсей. Да, Гримхард клон. Сейчас стал президентом, невероятно. Хотя, думаю, удивляться нечему. Даже когда учился тут, он привлекал большое внимание к себе. А, чё, всё? Так, очков тут, к сожалению, не осталось. Астер, ну да. Здравствуйте, вам интересна викторина? Викторина Король Армис открыт. Так, два человека. Нет, туториал. А. Тут как бы ничего интересного, просто разговоры про викторину, правда. Участвовать мы в нее больше не можем. А, и тут скорее то же самое, да. По какой-то причине. И да, мы хотели еще Надю перепроверить. Диалог. Что ж мне делать? У тебя сошел с ума. Не, Матвей, все то же самое, да. Успокойся, Надя. Это важный момент. Да, действительно. Свидание, Сутян. Свидание, Сутян. Ой, нет, у меня голова кружится. Я не знаю, что делать. Блин, я сейчас потеряю сознание.
тогда просто все предоставь Свинукуну. Позволь ему взять инициативу на себя. Поняла. Ну, короче, да, все то же самое. Так что не, Матвей, если они серые, ничего нового нет. Возможно, где-нибудь какие-нибудь баги могли бы быть, но что-то я не встречал до сих пор. Так, ну все, ребят, мы закончили. Да. Со всеми поговорили, тогда перерывы и продолжение следует. Дальше у нас сюжет.